Зимний футзальный сезон в Кокшетау прошел впервые совместно с городским отделом культуры, развития языков, физической культуры и спорта. В планах ведомства продолжить сотрудничество и в летнем сезоне по мини-футболу. Среди команд участниц студенческие коллективы, профсоюзные организации, а также добровольные объединения. Сегодня мы в Доме культуры «Достар» проводим закрытие сезона. Наш сезон продлился с ноября по апрель месяц. Участвовало 50 команд в 4 лигах. Это Суперлига, Лига А, Лига Б и ветераны Лига 35+. Каждая команда провела более 10 матчей. По итогам всего сезона лучшим игрокам 4 лиг вручили памятные статуэтки и призы. По итогам данного сезона мы заняли первое место в Лиге Б. Мы сыграли 14 игр. Спасибо организаторам. Мы довольны участием. Мы уже точно будем играть в Лиге А. Надеюсь, и там нас будет ждать успех. Сезон был очень интересный. Интрига сохранялась до последних матчей. Вот, как никогда у нас был шанс стать чемпионами, но, к сожалению, немножко не повезло. До последнего матча бились, старались показать хороший футбол. Чемпионами в Лиге Б стала команда медицинских работников СНМ. Обладателями золотых медалей в Лиге ветеранов стали футболисты коллектива «Султан». Сборные Кокшетауского университета имени Шаканова-Лиханова, Кокшетау Энерго и Бекет разделили турнир на пьедестал Суперлиги. Они получили право представлять Акмолинский регион на чемпионате Казахстана по футзалу в следующем году. Василий Павлиди, Дархан Мужубаев, Кокши Акпарат.